КАПРО – компания молодая, но с мощной научной базой. Возникла в Новосибирской области в 2013 году. Со временем производство перенесла в Центральную Россию. На Брянские поля пришла в 2017. Сейчас это наукоемкое предприятие полного цикла со своими учеными, исследовательскими площадками и наградами. Его продукция уникальна и вместе с тем проверена поколениями. На сегодняшний день очень большая нагрузка химических препаратов. Поэтому мы занимаемся внедрением и разработкой биологических препаратов. У нас есть инсектициды, биофунгициды, нематициды. На сегодняшний день стоит острая проблема по инсектицидным обработкам с пчелой. Поэтому у нас есть инсектицид, который убивает насекомых, вредителей, но не трогает пчелу. Биологический инсектицид «Инсейф» – новинка, по которой сейчас идут активные испытания. Борется с молью, огневкой, совкой и другими ненасытными гусеницами. Сохраняет зерновые, овощные, плодово-ягодные культуры, виноградники, рапс и даже лес. А в основе – бактерии, которые прицельно уничтожают вредителя, не отражаясь при этом на почве, человеке и пчеле. Изначально мы этот препарат задумывали и разрабатывали для борьбы с галерией, которая уничтожает улья. Это такой неоспоримый факт, что пчела не повреждается. А пчела – это как бы основа всей такой микро, такой большой системы нашей планеты, так скажем. Вот, поэтому мы очень щепетильно относимся ко всему живому, вот, применяем только живое и очень такое качественное, которое точно будет работать по тому вредителю, убивать его, эффективно бороться. Как раз в подарок брянщине сибиряки привезли щедрый и очень своевременный подарок. Руководству области его вручили на традиционной сельскохозяйственной выставке «День брянского поля 2023». Подарок в виде 100 литров препарата «Инсейф» – это вот и есть тот самый препарат, который щадяще относится к пчеле и убивает вредоносных насекомых. Один из флагманов компании – хищные грибы для борьбы с корневыми червями. Уже знакомый по достоинству оценен брянскими фермерами. Над всеми препаратами компании «Микопро» работает междисциплинарная команда. Ученые принимают запросы от агрономов, которые на полях испытывают препараты и в современных биолабораториях на базе научного центра «Микопро» реализуют их в эффективные и технологичные решения. Светлана Дробкова, Станислав Пичегузов, Кокина.